Проект «Музыкальная гостиная Туаза» продолжает дарить тольяттинцам встречи с талантливыми артистами и их творчеством. Российская актриса театра и кино, эстрадная певица и композитор, автор песен и стихов, сценарист и режиссер Алена Бекулова из Санкт-Петербурга уже во второй раз приезжает в Тольятти по приглашению нашей компании. На этот раз она выступила в роли режиссера, сценариста и исполнительницы главной роли в музыкальном моноспектакле о жизни легендарной Анны Герман. Он повествует о нелегкой судьбе певицы и ее подвиге духа, хотя сама Бекулова назвала этот концерт проповедью. Действительно, Анна Герман в ее исполнении много рассуждала о любви, а точнее о важности дарить ее своим близким, не забывать и не упускать возможность быть счастливым человеком, делиться счастьем с окружающими. Знаете, в год театра я считаю, что это одно из направлений, которое они, в принципе, с одной стороны, достаточно традиционные, но в то же время у нас в городе этого мало. То есть либо у нас спектакль, либо музыка. Когда совмещение музыки и актерского действия, это усиливает, мне кажется, и музыку, и игру актера. Ценители творчества Анны Герман всегда отмечали особенную теплоту и душевность созданного ею песенного образа. Удивительной она была не только на сцене, но и в жизни. Сложно повторить голос Анны Герман. Мощная сопрано необычного прозрачного высокого тембра. Но Алена Бекулова потрясающе исполняла ее хиты во время моноспектакля. При подготовке сценария Алена Бекулова использовала книги и биографии Анны Герман, прослушала десятки часов интервью героини. Артистка повествовала от первого лица о жизни певицы от детства до последних дней. И рассказ был полон печалью, радостью, переживаниями, любовью, мыслями и чувствами героини. Я понимаю, почему так мало моноспектаклей, потому что это очень трудно, даже не просто, что такая махина текста, песен, держать 2 часа зрителей, а именно это нужно быть очень внутренне сильным, эмоционально духовным, чтобы уметь это нести. И я часто очень сильно устаю, истощаюсь и, конечно, ищу способы для восстановления. Но могу сказать, что нет такого, что, знаете, сыграла спектакль, и на следующий день я там легко себя чувствую. Особенно Анна Герман, тот свет, который есть в этом спектакле, он меня поднимает, вдохновляет. Да, физическая усталость присутствует, но внутренне я очень радуюсь тому, что я несу такую важную проповедь, потому что это проповедь для людей, и я вижу отклик, я вижу, как люди плачут, душа их очищается этими слезами, и это самое важное, и ради этого стоит жить. Зрители в Дворце культуры Тольятти-Азот с восторгом приняли моноспектакль-концерт Алены Бекуловой «Гори, гори, моя звезда». Сам жанр моноспектакля – это для меня довольно новый и интересный жанр, потому что, мне кажется, это очень сложно от начала и до конца выступления актеру держать взаимосвязь со зрительным залом. И мне кажется, не у многих это получится. Это невероятно. У меня нет слов. У меня просто нет слов. Она потрясающая. Я очень люблю эту певицу Анну Герман. А когда прочитала в билете именно, что
касается жизни Анны Герман, это было поводом пойти посетить этот концерт, спектакль. И очень понравилось, прям вот под впечатлением сильным. То есть настолько держать зал одним действием, то есть это, ну, впечатляет. Творчество Малины тоже знакомо совсем недавно, и в основном видела ее по записям с передачи «Весна романса», когда она выступала с Владиславом Костыревым. Ну, постепенно начала знакомиться с ее творчеством, и стало интересно прийти, посмотреть на нее как артистку, как певицу прежде всего, потому что до этого я ее знала только, ну, как актрису. Вот, и концертом я очень довольна, слезы, и это очень все трогательно и безгранично талантливо. Над могилою гори.